Житель поселка Мачище лишился иномарки после приезда в Новосибирск. Мужчину пригласили на встречу, итог которой стал для него удивлением. В отношении гражданина возбуждено 21 исполнительное производство на сумму 347 тысяч рублей. По адресу проживания должника ни разу не удалось застать. Согласно полученным ответам из учетно-регистрирующих органов, за должником числится автомобиль. Представитель взыскателя пригласил должника на встречу в банк. Мужчина приехал на автомобиле. На парковке возле кредитного учреждения неплательщика уже ждал экипаж судебных приставов. Они осмотрели его «Тойоту» и попросили показать документы. Резко. Давайте возьму ее. Давай я сейчас развернусь, подъеду сюда. Я документы туда... Передайте, пожалуйста. В итоге иномарку арестовали, погрузили на эвакуатор и увезли. На следующий день гражданин предоставил квитанции об оплате своих финансовых обязательств на 206 тысяч рублей. Оставшуюся сумму он намерен вернуть в течение 2-3 недель. Если мужчина обещание не выполнит, то его машину отправят на торги, а вырученные с продажи деньги зачтут в счет погашения остатка долга.